Дни Нижегородской области в Москве пройдут в 2020 году. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин. Они будут посвящены предстоящему 800-летию Нижнего Новгорода. Сложившаяся традиция проведения Дней субъектов России в Москве способствует укреплению экономических и культурных связей между регионами. В эти дни планируется показать культурный потенциал Нижегородской области. Это различные концерты с участием ведущих творческих коллективов и исполнителей региона, гастроли театральных коллективов, выставки из фондов нижегородских музеев, а также демонстрация туристского потенциала Нижегородской области. Напомним, Глеб Никитин утвердил даты празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Праздничные мероприятия стартуют 12 июня в 2021 году, а их кульминацией станет 19 августа 2021 года.